Генеральная уборка на лабытнанском телевидении продолжается. Напомню, что мы объявили ее в начале мая. С тех пор прошел уже общегородской субботник, и жители отдельных дворов самостоятельно наводили порядок на своих территориях. Тем не менее, чистым наш город все еще нельзя назвать, даже с большой натяжкой. Из районов особой загрязненности репортаж Ирины Волокитиной. Маленькие уютные городские дворики. Они навсегда остаются в сердцах горожан из-за своей тишины, красоты, но порой память сохраняет и россыпи мусора. Ржавые трубы, застрявшие на кустах обрывки бумаги и целлофановые пакеты, битые бутылки – такая картина возле лабытнанских подъездов не редкость. Но с мусорной проблемой жители одного из домов по улице Деповской решили справляться собственными силами, буквально час назад начав уборку. Мусор убираем, чтобы была чистота, порядок у нас. Вы сами по своей инициативе убираете? Ну, типа такого, да. Чтобы чистить город, чтобы был у нас порядок. А вот во дворе дома номер 17 по улице Ленина, расположенном практически в центре города, ВОЗ, что называется, и ныне там. Хочется добавить ВОЗ мусора, который особо никого не волнует. Жильцы, завидев нашу съемочную группу, стали жаловаться на свои жилищные проблемы. Оно им понятно, что личное в квартире, если перефразировать поговорку, ближе к телу, чем общественное во дворе. Хотя ведь мусор там появился не сам по себе. Как не сами по себе появились окурки от сигарет возле салона сотовой связи «Мегафон». Только вот убирать их никто не спешит. Как и не спешат рабочие убирать строительный мусор, оставшийся от сараев на улице Новой 1А. Ветхие строения снесли, а мусор оставили, как и перекопанные траншеи грязи. Это не только портит окружающий вид, но и вредит экологии. Не радует глаз и дорога вдоль улицы Обской. На обочинах за гаражами горы бытовых отходов. «Чей гараж, что ты должен убирать?» – ответили нам сотрудники расположенного рядом офиса ЖКХ «Ямал». К нам претензий нет. В районе гаражей обязаны убирать владельцы данных гаражей. Данные гаражи установлены давно, есть согласование с архитектурой города. Из-за этого территория, отведенная владельцу гаражей, убирается самим. «Мы будем владельцев призывать к уборке», – подытожила Надежда Борисовна. А пока мусор повсюду. Жителям города все же стоит проявить сознательность, навести порядок на своих владениях и помнить – чисто там, где убирают и не мусорят. Тот, кто этот девиз не соблюдает, рискует попасть в объектив нашей телекамеры и стать героем рубрики «Генеральная уборка». Ирина Волокитина, Григорий Волков, программа «Время местное».